Хотелось бы сказать, при поддержке кого он проводится? Соревнование «Народный жим», во-первых, он проводится в рамках празднования Международного дня мира при поддержке администрации Менделеевского муниципального района и при поддержке партии «Роста». Друзья, вот все, кто у нас здесь сегодня присутствует, все, кто в гостях, можете подходить и, соответственно, слушать. Друзья, ну и перед началом мероприятия, перед началом соревнований, хотелось бы дать слово для торжественного открытия. Почетным гостям нашего мероприятия это начальник управления по делам молодежи и спорту Менделеевского муниципального района Баизову Рашату Анваровичу и региональному руководителю регионального отделения партии «Роста» Павликову Михаилу Сергеевичу. По нашей громкой спортсменной аплодисменты. Так, добрый день, уважаемые жители, уважаемые спортсмены, Михаил Сергеевич. В этот день, Международный день мира, мне хотелось бы поблагодарить, во-первых, Михаила Сергеевича, наших любителей и спортсменов пауэрлифтинга, прежде всего, Виктора Николаевича Сванкова, который давно уже мечтал провести такие соревнования, действительно, народный жим. Он очень интересный, как бы для нас в таком масштабе впервые проводится. Я хочу также поблагодарить наших гостей, которые приехали с набережных Челнов. Я думаю, еще на подходе у нас Елабуги должен подъехать. Всем удачи, чтобы соревнования сегодня прошли без травм. Пусть победит сильнейший. Спасибо большое. Уважаемые участники соревнований, уважаемые гости, приветствую вас от лица партии «Роста», партии, девиз которой «Достижение результатов», «Рост результатов», несмотря ни на что, несмотря на сегодняшние всякие проблемы в жизни, все их знаете. Вот, я думаю, что этот девиз разделяют и участники соревнований, что борьба со штангой один на один – это только расчет на собственные силы. Партия всегда поддерживала и поддерживает людей активных, стране нужны здоровые, грамотные и активные люди. Поэтому всем участникам от лица партии еще раз желаю достижения тех результатов, которые каждый запланировал. В общем, удачи, провести с удовольствием это время и, в общем, как говорится, достигнуть того, что... Может быть, даже и каких-то результатов, которые не планировали, но с ростом, с ростом. Удачи всем. Михаил Сергеевич, Рашат Анварович просил вас не уходить. Хотелось бы вас попросить наградить чемпионов. Чемпионов, так как соревнования еще не прошли, чемпионов по народному жиму будем награждать чуть попозже. Есть чемпионы физкультурно-спортивного комплекса ГТО, особенно те люди, которые сейчас получат золотые знаки отличия. Поэтому под ваши громкие аплодисменты, друзья. Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вручается Пряничникову Дмитрию Евгеньевичу. Михаил Сергеевич, присоединяйтесь к поздравлениям. Фото на память обязательно. И есть еще один чемпион, еще один золотой знак. Хотелось бы вручить Сабалькову Виктору Николаевичу, друзья. По наши громкие аплодисменты и овации. Вот они, наши чемпионы, друзья. Еще раз им громкие аплодисменты. Спасибо большое, Михаил Сергеевич, Рашат Анварович. Ну а сейчас бы хотелось бы предоставить слово для ознакомление с регламентом, правилами и все, что касается народного джима, Смолькову Виктору Николаевичу. Добрый день, дорогие горожане, гости нашего города. Маленький регламент о наших соревнованиях. Значит, народный жим, он такой альтернативный, могут участвовать все желающие. На данный момент у нас записалось энное количество людей. Значит, жим лежа, народный, это... Человек жмет лежа собственный вес на количество раз. Судья дает команду старт, он жмет, количество дублируется, после этого записывается протокол. То есть, если человек весит 61 килограмм, жмет 62,5. Женщины жмут половину собственного веса.
ветераны тоже половина собственного веса. Будут определяться у нас призеры и абсолютники. Удачи! Сейчас для вас музыка. Минут через 10 начинаем соревнования. Спортсмены разминаются. Удачи всем! Внимание! Минутная готовность. Вес 35 килограмм. Приглашается Мор. Спокойненько. Можно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Молодец. Собрался. Уже? 27. 28. Все, хватит. 28 раз. Вес 35 килограмм. Данному спортсмену 70 лет. Ветеран боевых действий. Коновалова Елена. Между жилами Антон времени не было. Оп. Поехали. Раз. Два. Три. Женщины поддержим. Четыре. Пять. Да. Шесть. Семь. Семь раз. Вес 35 килограмм. Следующий вес 40 килограмм. Тихонова Лили. 8 раз. Внимание, пауза. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Очень легко. Шесть, семь, восемь. Еще. Девять. 10. Еще. 11. Работаем до конца. 12. 13. Хорошо. 14. Давай. Еще один. Давай. 15. Еще. Отлично. Молодец. 40 килограмм. 15 раз. Сергей Сергеевич, вес 45 килограмм. Приглашаем на помост. Примерно так, что ровненько было все. Готовы? Сейчас, команда, подождитесь. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отличный результат. 45 килограмм. 20 раз, 67 лет. Елизаров приглашается на помост. Вес 50 килограмм. Готовится Зинатулин. Вес на штанге 50 килограмм. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9, 10, 11, отлично, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично, 20 раз. Вес 67,5 килограмм. Приглашается Зинатулин Рустам, многократный чемпион и рекордсмен Республики Татарстан в жиме лежа. Лучший результат 142,5 килограмма. При весе 65 килограмм. Очень достойный результат. Он еще и чемпион мира. 18 года. Опа. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Сколько? 72,5. 2,5 добавьте, и все. Вес 72,5 для Комарова Дмитрия. Готовится Галестина. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, паузу можно не делать, 17, 18. Отличный результат. 18 раз. 72,5 килограмма. Вес 77,5. Гелизетдинов Рашид. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять есть. А десять, одиннадцатый не за счет, не засчитали. 10 раз. Приглашается Рюхов Егор. Раз. Два. Три. Четыре. Помощь, помощь. 4 раза, вес 80 килограмм. 82,5. Кто? Гималетинов Мухаммед. Вес 82,5 килограмма на штанге.
Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уверен, уверен. 17, 18, 19, 17, 18, 17, 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 17
Приглашай. Горюнов Александр. Поднял первый. Горюнов Александр, вес 87,5 килограмм. Готов? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Двадцать четыре, отлично. Одинаковые ноги. Штанги 105 килограмм. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Помощь, помощь, помощь. 16 раз, отлично. Установить вес на штанге 120 килограмм для Пряничникова Дмитрия. Поддерживаем участника. Самый большой жир на сегодняшний день. 120 килограмм. За саду стоит. Сделай больше, стоит. Подаст, подаст. Старт. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Еще. 20. Еще! Димон, разгоняй. Уверенно, разгоняй. Еще 21. Еще! Отлично, вес 120 килограмм, 21 раз. Результаты получились очень достойные. Минут через 10 будет награждение. Итак, дорогие друзья, наши соревнования закончились. Это первый опыт проведения соревнований на открытом воздухе такой. Вот. И сейчас Виктор Николаевич вручает небольшие памятные подарки всем участникам наших соревнований. А теперь мы начнем награждение с нашего прекрасного женского пола. И второе место у нас заняла Коновалова Елена с результатом 7 раз 235 килограмм. We'll be right back.
результат 15 раз, вес 40 килограмм. Поздравляем. Весовой категории до 82,5 кг третье место занял Гималетдинов Мухаммед. Второе место Комаров Дмитрий пожал 72,5 кг 18 раз. Хочу заметить, здесь у нас очень хорошие денежные призы. Спасибо спонсорам. Набережных Челнов Зинатолин Рустам. Пожалуйста, 31 раз. И достойно получил свой подарок. Теперь переходим к мужчинам самой тяжелой весовой категории. Третье место занял Тихонов Антон, пожар вес 105 килограмм. Второе место занял Пряничников Дмитрий, пожар самый большой вес 120 килограмм 21 раз. Легкий участник этой тяжелой весовой категории Горюнов Александр 24 раза. В очередной раз обманулся и выиграл. И награждение среди ветеранов. Третье место занял Елизаров Илон Петрович. Результат 20 раз, вес 50 килограмм. Второе место Павликов Михаил Сергеевич, пожав вес 45 килограмм, очень легко 20 раз. Второе место. Поддержим! И первое место среди ветеранов, наш гость из набережных Челнов, Мор Альберт, за первое место. Вес 35 килограмм, 28 раз. Наградим сейчас и абсолютное первенство среди мужчин. Третье место занял Пряничников Дмитрий. За третье место. За второе место среди мужчин в абсолютном первенстве занял Горюнов Александр и награждается денежным призом.
Первое место занял Зинатулин Рустам из набережных Челнов. Первое место. Среди женщин первое место в абсолютном зачете заняла Тихонова Лилия и также награждается денежным призом. Итак, у нас осталось два небольших памятных подарка. Нам, как организаторам, хотелось бы вручить эти подарки участникам, которым не достались призы. У нас их как раз два. Это Орюхов Егор и Гелестина Рашид. Спасибо всем. Результаты показали очень хорошие. Спасибо, что пришли и участвовали. И давайте сделаем общее фото.